Всем привет, с вами как всегда Муныч и Брутанский. И мы продолжаем играть на же сборочке Техномаг версия 4.0. Это у нас 41-я серия. И тут летала муха, которую я выебал бы, если бы... Вот опять, сука, она летает, но это уже из Dynamics Surroundings. Мы тут уже ничего не поделаем. В общем, как-то не столь давно был на канале комментарий о том, что... Мол, типа, вы знали то, что драконьевая броня намного хуже, чем и хоровая. Чувак, я как-то на втором техномаге ходил в хоровой броне на дракона хаоса. И он меня нахуй в этой броне вынес. Охуительный поворот, да? Только тут сейчас состоит весь прикол в том, то, что, чтобы сделать мне, получается, перостальт, нужно бы еще будет сделать... Совсем чуть-чуть, и уже, по идее, у нас скоро будет Тарастали, уже скоро можно будет заебаться, вот там, Скайблок, заебаться с Аварисией, по идее. Ебать, блядь, такой. Ну да, с Аварисией, ага. Да, шутейка с 1 апреля. Только 1 апреля уже давно прошло. Да похуй. Вот поворот, да? Здесь ты ебанутый. Сука, сейчас как громко. Да, кто-то там спиздил мой конденсатор. Я, кстати, прикольно выгляжу, получается. Да, кто-то спиздил конденсатор. И кто-то сейчас пойдет получать пизделей дракона хаоса. А, сука. Ну, я тут тогда, короче, пока такой... Чисто так, я пока сейчас вот эти вот выдрачу вот эти вот пока. Так, ух ты, Critical Damage, Critical Damage. Обожаю Critical Damage. Ты не представляешь, как я обожаю Critical Damage. Сука такая. Ух ты, обожаю Critical Damage. Сразу, короче, сделаю так. Скотина. Окей. Обожаю Critical Damage. А тут дракона хаоса. Тут сейка этого бага не работает, который был на... Я тебя не слышу сейчас, вообще абсолютно никак. Ты потише сделай. Так и так майн тихий. Так. Что мы тогда делаем? Подожди, тут, сука, осталось еще несколько вот этих кристаллов обоссанных. Чтобы их в очко вдрочило, блять. Так, вот это. Где ты, ублюдок гнойный? Иди сюда, сука. Охереть, практически полтора кондёра посадила. Так, адский кирпич, порох. Иди сюда, скотина. Так. Адский. Адский... Да не, пошел ты нахер, ублюдок. Так, адский кирпич, адский нарост. Иди сюда, тварь. Так, адский нарост, и еще тут что надо? Давай, подлетай ближе. И порох. Хера ты, блять, сука, фаербольчик обоссанный. Мне это нравится, знаешь. Хрена. В смысле, блять, один этот рабочий. А мне... Давай, сука. Иди сюда. Иди сюда, я твою маму делал, чтоб ты, падла, в очко, гнида, сдохла. Тут они, в принципе, делаются все одинаково. Так, что получается сделать нам одно очко, насколько я помню. Ух ты, здравствуйте. Так, еще одно сердце дракона. Где-то оно. Так, вот оно. В алтарь необходимо... Жизни. Так, ну а мы пойдем сейчас немножечко продолбимся вот сюда. О! Сколько тут, интересно, мне левов нападает. Ну, неплохо так нападало, знаешь. Прямо-таки я хочу сказать, неплохо. 292 левла, которые мы сейчас, в принципе, просрем. Вообще полностью просрём.
Так, ну что, делаем бой с копания 3 на 3, скапываем наши кристаллы хаоса. Заодно скопаю вот этот вот обсидианчик интересненький. Пока еще у нас тут не совсем бомбануло все. Меня, кстати, уже начинает шкурить капитально. Вот так вот, давай. Сейчас, короче, у нас остров рванет. Я даже сейчас вот так вот сделаю такой скриншотик на этот. Ёпта. Вот это вот теперь ёбнуло. Critical damage. Как на карте быстренько так. Опачки. Короче, ребятки, в одиночечку можно всё-таки угандошить этого. Блять. Ты хочешь прикол? Ну. Даже, сука, в Энди с Футуропака стоят... Это я знаю. Я об этом говорил еще тогда, когда мы ходили на дракона. А самое интересное, это вот эти херни даже, сука, в мире Таункрафта, когда, по идее, их даже в них нельзя будет войти, потому что ты не сможешь оттуда выйти никаким образом. Блин, ты бы видел... Тут вообще все так интересно, давай быстрее иди на хату. Сейчас я такой, маркеры. А где у вас дед? Окей, у меня. Ага, прикольно. Хорошо, что у меня у вас дед он здесь, рядом с этим. Короче, ребята, смотрите. Был 295 левел. 293. Я сейчас такой. Хопа, мы пошли в портал. И какой он свой был? 73-й! Поздравляем, товарищ! Шумусье, что вы здесь сделали? О, я втянул немножечко магнитом. Коксовый уголек. 36 блоков, блять. Хан сверху валяется. Вот это вот. А, ты расстарься. Не, подожди, ты сейчас сделаешь что-то этот. А! Где жизнекамень? Я не знаю, где жизнекамень, алло. У тебя жизнекамень. Слышь? Что? И что ты сделал, блядь? Руны. Вообще-то, по идее, надо было сюда поставить жизнекамень, а потом кликнуть. Я и поставил жизнекамень, а потом я кликнул. Ну, молодец. Четко. Зашибись. Так, теперь, что нам нужно еще? Руна воздуха нам нужна, это опять же мана пудра. И слиток Тетера стали. Хорошо. Так, мана пудра. Отлично. Мана пудр. Так, слиток Тетера. Прям вот мана пудр, да? Да. Так, тут получается нить, перо и ковер. Ах, как лагает. Так, нить. Получается перо. И ковёр. Вот он у нас. Нить, ковёр, хуёр. Вот оно у нас все тут такое чисто бам и нигер. Бам и нигер? Бам, и стал ты нигером. Бля, охуеть, мой кондёр почти высадило в ноль. Где ты, ублюдок? На, забери свой кондёр. Надо, наверное... Тогда... А, ну они... Нет, стоп, их разряжает. Кулуху их разряжает, интересно. Потому что я заряжаю свой. Я понял, почему их разряжает. Потому что я включу этот самый... Нет, это я их там сейчас повторно включу. Ты их нет, пусть не выключенные пока будут. Нет, они включенные наоборот. То бишь, из них... Они... Ну так, они разряжаются. Да. Так, у нас есть теперь осколки хаоса и так далее. Значит, что мы делаем правильно? Значит, нужен будет опять-таки драконик. И, в принципе, можно будет делать драконевый реактор. Так, а я тут... Короче, еще тот самый 7 генераторов. О, вот это вот мне надо. На
6 миллионов, которые вообще на пул заряжены вообще. Mm-hmm. Их тоже сосало. Прям всосало. Да. Так. А тут про компьютер крафт и что-то тут у нас. А то вот из этих солнечных генераторов не сосет. А, потому что тут еще не ночь, но чтобы тут сосало. Mm-hmm. Так, вот тут у нас теперь, короче, нам что нужно? Нам нужно перенаправить распределители сюда. Ну, вернее, распространитель сюда. И нет, вот этот распространитель. Распространитель сюда, и вот этот. Значит, 218 блоков дракониума нам надо. Сука, он мажет. Окей. Во. Сука, мажет. Вот, а так, ну-ка, дракониум. Так, вот, все, маны, они заполнили эту штуку. 464, надо... о, здрасте. Один сюда. Что-то маловато. Один сюда и один вот сюда. Так, один драконевый блок изучим. Так. А вот тут, получается, нам нужен... Сколько там нужно мне было? 200... Сколько, бля? Так, ты паук, уйди отсюда нахуй. Нахуй? Прям нахуй? Да. Так, 200... Нет. Да, 218 драконевых блоков. Руна маны? Нет, сколько? 228. Так, окей, значит, мне нужно... 210. Мне нужно что? Получается, сколько слитков мы достали? 5 слитков моностали, 1 жемчуг маны. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И 1 жемчуг маны, значит, мне нужно сейчас... Это вот сюда выкидываю. Жемчуг это пока сюда. Ну, 218 блоков дракония есть. И 300 у тракториста. Нужно было сейчас взять 328 блоков кредстоуна. Так, я что-то не понял, кто тут меня шмаляет? Кто тут такой... А, вот, 3, 4, вот 5, ты где 6. Смирился, чмошник. Получи 256 урона, блюдок, мать твою. 328 мне надо было, да? Я что, ебу? Блять, Питер. Опять сейчас проматывать и искать. Заебись. Обожаю драконик именно за то, что вот такие баги с этим планшетом тут. Да, 328. У меня их 384. Ну-ка. 320. Еще, значит, 8, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. 328 блоков. Все. Это нам нужно, чтобы сделать самое большое такое хранилище, да? Так, окей. Короче, тут теперь нужна сила Земли. Насколько сильная сила Земли нужна? Ну, примерно настолько, что тут нужна, получается, окрашенный камень или не окрашенный угольный блок и гриб. Угу. Так, и теперь тут вот это так, 4 генератора частиц. Окей, так. Драконник. Вот он, драконник. 4 генератора частиц надо. Раз, два, три, четыре. Надеюсь, ты мне не отсюда взяла. Он еще убью. Так, 4 генератора частиц. И где это днище? Обоссанное. Где оно? Сука. Блин, у меня тут такие прикольные звуки. Вот. Они намного круче, ежели удар молнии тот самый, они такие более... Я знаю, я занимался с ботанией. Так, а вот тут уже... На инфинити. А чё с этим говном тут? Так, вот энергетическое ядро. Так, а теперь я, наверное, пожалуй, пойду, ой, наверное, в домичный город. Да? Как да этот самый, как карьер воду, короче, ограждает. Ну, а ты только увидел? Да. Б, чё? Масала прикол хочешь? Mm. Карьер, по-моему, не копает. Копает.
Я просто не вижу, чтобы он копал. Да, ребятки, вот это вот наша генераторная. Если кто не видел. Слышь? Это тут пиздец как сясь проседает. Я не вижу, чтобы карьер копал. А вон, увидел эту... Нет, стоп, это палка. Он не копает. В смысле он не копает, блядь? А, вот, нашел эту, все. Она просто потерялась, ебаные текстуры. Знаешь, она то находится, то теряется, ебать. Найдите, да. То находится, то теряется. Хуя уже этот самый, 51 ведро лавы оно раскуярило. И 655 ведер воды. Окей. Прикольно. Я сейчас возьму пару стаков земли, и мне нужно сейчас будет вот так вот. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, вот пусть. Вот тут будет у нас энергоядро. Так, как они туда пока зарядятся, ебать, а то у меня там уже все, чисто все солнечные генераторы посадило. Чисто все. Так, подождите, теперь нужно посчитать, сколько мне нужно до этого. Я всегда забываю, сколько. Так, раз, два, три, так, четыре, пять, шесть, теперь мне нужна семь, сила воды. Удочка, сахар, семь, постная мука. Удочка, так, сахар, раз, постная мука. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, мусия, вы охуели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Насколько сильвупле? Да тут вот, просто один мусия охуел, вот, я его отпиздил. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Удочка. Бля. Удочка, нормально, мне, пожалуйста. Три, четыре, пять, шесть, семь. Так, и сюда сейчас еще. Да ёб твою нахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Вот так вот ставим их. Наши генераторы частиц. Ёб твою. Бля, что-то я переборщил. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сука. На басы себе ебало называется. Блять, мне показалось то, что ты сказал на басы. Ну, типа, на басы. На басы себе ебало? Да. Я, у меня тут штука летает. Пошла нахуй отсюда. Ты чё, сука? Так, а ну-ка. Она опа. Она ещё уворачиваться смеет. Да, заработала. Проститутка охуевшая. Хм. Так. Ну, значит, теперь... если заработала, значит, всё правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, блок мы настали. Который делается очень легко. Чисто так, раз. И блок мы настали. Мягенько. Ты говоришь, знаешь, раз, мягенько, да? Так, блок монастали и три блока лазурита. Так, давай-ка сейчас я прокручу до самого большого, раз, что мне там надо. Два. Ну, раз, так. Два и три. И что у нас тут дальше идет? Так, блок, потом редстоун. Вот а, ну, редстоуном наращивать для начала. Это сюда. Ну, изи. Это сюда. Довольно-таки. И это сюда. Еее. Насколько Настолько еее, что еее. Такой еее, бебе. Да? Два, три, четыре, пять. Так, вот так, вот так. Так. Дальше вот так вот это говно увеличиваем. Нам придется сходить... За жезлами фиритов нам понадобится две искры, одну необходимо поставить над бассейном. Так, окей. Половина бассейна маны! Что такое половина бассейна маны? Я помню, когда делал вот эту руническую матрицу обоссанную, да? Для Таума. На инфинити там вообще полный бассейн маны нужен был. Ну а тут у нас два бассейна, поэтому я так думаю, что тут будет все вообще отлично.
Надо будет еще побольше, короче, этих самых поставить. И причем, чтобы они не теряли энергию, как они это делают обычно. Надо будет сделать так. Так. Бывает. Пока срубить. Так. Стоп, а я забыл. Какая там многоблочная структура-то, ёб твою мать. Там получается крест лазурита. Крест лазурита? Ну, лазуритовых блоков, или нет? Сейчас, короче, посмотрим и так, и так. Так, значит, 5 лазуритовых блоков. Раз, два, три, четыре, пять. Так, отлично. Теперь. Ставим это говно прямо вот тут. Да, ставим это говно прямо вот тут вот. Знаешь, мне просто нравится делать вот это энергетическое ядро боссаное. Я прям кайфую его делать. Прям, знаешь, просто, блять, обожаю его делать. Да у меня тут у самого кайф. Так, вроде... Вроде я поставил. Так. Так, теперь вот так вот обвязочку. Мы шпендохаем. Так, остался стак блоков. Их как раз должно хватить. Дюк-дюк-дюк-дюк. Чук-чук-чук-чук. Это самое большое хранилище будет. Кстати говоря. Я всегда делаю самое большое хранилище. Потому что оно топовое. Так, теперь вот так, вот так, вот так, вот так. Обдристываем. Ну, ёпта. Да, вот 16 осталось как раз на верхнюю часть. Изи. Изи-пизи, лемон сквизи. А прикинь, нет, если бы у нас сейчас не было бы Project E, да? И мы бы вот так вот сейчас просто уёбывались бы, искали бы эти ресурсы обоссанные. И вообще, блядь, полнейший пиздец бы был. Я похуел, если честно. Потому что я помню по второму... Нет, да, по второму техномагу делали этот обоссанный реактор. Вернее, реактор, а хранилище. Ну, мы тогда, по-моему, тоже с помощью Project E это делали, но все равно. Ну его нахер без Project делать, если честно. Это гемор, блядь, самый натуральный. Особенно делать этот реактор. Так еще надо будет его потом подключать к этому хранилищу. Я еще не помню, как его подключать. Надо будет вспомнить немножечко. Как его подключать лучше. Помню то, что этими кристаллами надо будет подключать. И как нам теперь получается делать тарасталь эту обоссанную? Надо посмотреть. Так. Так, необходимы специальные... Так, для их создания нам придется следить за жезлами эфиров. Нам понадобятся две искры. Одну необходимо поставить над бассейном, вторую же над пластинной алгемерации. Стоит учесть, что искры имеют определенную радость связи. Советую ставить пластину на расстоянии не более 10 блоков от бассейна. Ну, не более 10 блоков вроде тут есть. Так, тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 блоков. Так, отлично. Так, для создания... Так, нам понадобится половина бассейна мана, один мана жемчуг, один мана алмаз и мана сталь. Хорошо. Так. Так, тогда у нас получается. Все. Перфект. Тут нужно, получается. На нахуй. Мана жемчуг. Да, 2,14 триллиона. Все робить. Так. Так, теперь мне нужно что из драконика, это ебаный стыд. Энергетический пион мне нужен сейчас. Вот так вот. Энергопион. Получается. И надо будет сделать парочку гейтов.
вот таких вот, для потока энергии. Это такие улучшенные беспроводные энергетические передатчики. Но это мы уже будем в следующей серии делать, когда будем доделывать этот долбанный реактор. Сейчас мы хотя бы поставим пилон. Так, мне что-то кажется, то, что я тут что-то не так сделал. Вот мне это очень так нехило кажется. Твою... Блять, ладно. Я надеюсь, то, что это будет так. Вот, теперь... Так, стекло. Вот одно стекло, мы два стекла. Так, для передачи маны, вот она, искра есть. Угу. Просто теперь, знаешь, вот так вот сейчас два пиона поставлю. Один вот так вот. Не. Чё я туплю-то? Для эстетического эффекта поставим один пион здесь. Один пион поставим вот здесь. Так, стеклышки. Вот оно. Так. Так, теперь? Вот, на отдачу. Пошел. Так, а вот теперь сейчас начнется самая веселуха. Где мы... Блять, провода. Сука. Так, а мне нужен, короче, уголь. Зашибись. Опять у меня из EMC-шки ушли эти совершенные провода. Так а ты ж конфиги стирал, алё. Так я после того, как добавлял их, не стирал потом. Беспроводная сеть внизу не действует. Да пошел ты в очко. Сука, вот эта инфинити-карта, конечно, бесит, когда она вылетает. Так, теперь... Вот, совершенно правда. Ну, да даже EMC на них нету, какая прелесть. Так. Где вот Project E? Set EMC. 5К. Реват EMC. Сука, обосрись. Своими проводами. Чмо. Сейчас я пойду опять в этот портал, долбанный майнинговый, и буду подключать от этих генераторов. Вот так вот туда вести. Ну а что делать? Придется сейчас вести. Блять. Подключать пион, чтобы заряжало ядро, потому что без той энергии, чтобы... зарядил этот обоссанный пион. У нас реактор не... Этот, вернее, хранилище там что-то то ли 2 миллиона надо, то ли 20 миллионов. Я уже не помню, сколько там надо РФ-ки, чтобы оно потом запустило. Чё, всё, что ли? Так, одно ядро эльфийских врат. Хорошо. Ты же скотина. Так, ядро. Ядро. Педро. Дед сюда, на. Слышишь? Я знаю, что я падре. Нет, а ты чмо. Все, пошло заряжаться. Так. Да, там, наверное... 2 миллиарда, наверное, надо все-таки так, в это ядро. Жизнедерево. И... Хай заряжает. У нас получается, что... О, какие лаги. Обожаю. Так, ну тут у нас, в принципе, есть жизнедерево. А на хате, я так понимаю, сейчас у нас вообще жесткая просадка по электричеству. Да не особо, но в принципе... О, кондёрчик зарядился. Так, раз, сколько там nice. Нужно? У нас получается эльфийских... Mm. Так, вот. 3 светящихся жизни дерева. Хорошо. 8 жизни дерева.
жизни дерева. 8 штук мне, пожалуйста, дайте. Так, 7, 8. Все, отлично, идеально. Так, вот у нас ядро есть. Так, 2 бассейна маны и 2 природных пилона. На, я вот так вот буду. Гы. Ух ты, блядь. Шо? Это же сейчас было. Это я нос потер. Охуеть. Так, мана-алмаз и слитковый моносталь мне нужно. Так, 2 штука. 2 штука такой чисто раз. Мягенько. Раз, ой. Раз. Раз. Теперь такой чисто. Раз. Раз, раз, раз. И два. Смотри, поплыло. Так, ладно. Ну что, давай заканчивать, наверное, на этом сегодня. Давай. В общем, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то поставьте усик. Если вам не понравилось, то поставьте дизлосик. Но также, если вы здесь находитесь впервые, то не забывайте подписываться и звать своих друзей, потому что мы всегда радуем подписчикам. Окей. А также не забывайте оставить свои комментарии и подписываться на ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Ну а на этом сегодня все. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.